здесь войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны... Покой, господин! Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. В конце концов, все вы будете слушать мне. Готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Ребзя, скажите что-нибудь, пожалуйста, про эрксвязи. Раз-два. О, Зеба, красиво. 1+1 ровно 3.
Что, кто-то у кого-то есть или нет? У кого-то это только у тебя. И у меня. У меня он 5,2. А что, он больше СПД дает, чем обычный тотем, что ли? На 200 прям, или сколько там? На 100 с чем-то. На 100? Типа у Элема 380 примерно дает. 280. А, обычный 180. Ага. Ну, ты хочешь сказать на 136? А, такой. С флюкс, ты в РК? Как твой ник в РК? Есть ВКонтакте, ты подавал заявку в группу? Сила в Бразерс, это что? Кому из палов что бафать? Так мужа... А, настроил уже? Да. Ну я каски бафаю в портфоне. Ну, бафайте кулак кресты, выбирайтесь. То сейчас кулаки бафал. Пистик, кулаки, Брэд Варден, кресты. Фуга у вас уже. Да, Фукс, ты это, в ВК у тебя есть? Подвал заявку в группу. Бафайте всем бафы. Да, ВК. Ладно, если что, зовите. Что ли за колье? Что ли колье паролить выше всех по ПР-у? Там это выше. Липец не ролит его. Блин, ну так лень заходить за этим колье, а ладно, паролю на паралайзе. Так, все готовы зайти. Там вообще-то Юля выше. Не, я выше всех, у меня 64 ПР. А тебе что, колье надо? Что ты говоришь? Я говорю, тебе колье надо? И тебе. Так, макрос на пол. Мне ботинки надо, 80 ПР, я зайду на лане. Слышишь, Филипец? Ботинки тебе надо? Да, 80 ПР у меня. Да ёбаный в рот, да вы заебали. В смысле? Просто. Там аура Фрост стоит или нет? Не вижу. На вихре дадите мастер ауру, у кого стоит защита от льда. Протопал на вихре, побежишь вправо. Пейте шипы, хил на шипе. Давайте быстрее. Ну, ромб сбить, протопал, убегай. Убегай, быстрее убегай, не выбежал, молодец. Давай, Сакл. В смысле не выбежал? Да-то не туда выбежал, походу. Босс стоит на месте. Сейчас начал двигаться. Сливайте все шипы сначала. Филипец, давай гимн отхил.
выйдите, свой же бейте, только фантастический ДЦ. Ну, приседает рейд даже. Еще раз ШП. Свой же выйдите. Бейте ШП. Ничего страшного. Быстрее промп играйте. Трусы играйте. Сахтанг. Осколки плюс. Ты точно зайдешь? Нет, я пошутил. Расслабься. Что вообще, Кьюэ или Макгрегор? Я Макгрегор. Я никуда не захожу. Выдыхай уже. Пояс РДД. А осколки не ролим? Осколки надо, чтобы ролить осколки, надо записаться в очередь в группе ВК. Маги, можно наш трудилей наделать, а то попить нечего. А там делали, но как бы. Чтобы обратить немножечко внимания. Можно еще раз? Зипан, ты не обратила внимания на то, что там ставили столик. Два раза. Два раза, ты представляешь? Жесть. Кого есть шантер? Кому надо хавка? У меня 4 стака. За Зипанку надо хавка. На хилике лучше отдам, у него персы все забанены уже, денег нет, наверное. Шаману, Лэйзи Панку. Давайте, протопал справа, трэш танчит слева. Два БДК, на второй фазе на полный гилда. Вон, столик, возьми 80 штук. Мне уже угостили, спасибо. Паладины. Во время боя кидаем бланжерты на стены игроков. И так по КД до окончания боя. Как кого-то кидает в контроль, мы стопаем ауе дамаг. Нажимаем стоп. Нажимаем эскейп и просто контролим игроков. Трэш маншотает. Ну прожми сапер. Кому писал, непонятно. Ничего так себе, что это за гон? Я ж тебе сказал. Что? Ну что вот эти вот помощники, вот этот вестник смерти помощник, вот этот, который первый слева вот стоит на колени, вот они какую-то херню кастуют несколько раз подряд общей суммой дамага 70 тысяч. О, смотри. Примерно так. Ну бывает. Вчера милики вчера убили. О, говорит, вот так. О, вот так, видел? Ну, ты видел? Ну ладно, сейчас это проблема решаема. Кто там кастует, скажи еще раз. Помощник, вестник смерти, помощник. Их 2 или 3 штуки тут. Да там нельзя сбить. Нет, нельзя сбить, он за 0,001 секунды происходит. Он типа мгновенку кидает. Да. Просто надо забить с метров. Ну, этот таз действует на определенной дистанции, так как да. Первый раз мы... Вокруг моба 20 метров или 30 там. Ну ладно, сейчас будем так точно убивать. Надо, чтобы танки туда зашли, а все остальные, ну, милики не заходили. Чтобы они агро набрали, потом его ящики. Один моб сейчас 20 человек убил. Красиво. А на X5 такой хуйни нет. Давайте сначала звездочку убьем. Сейчас контролить еще буду. Подожди, этих дураков можно законтролить, верно? Ну они же нежить вроде как, да? А, не гуманоид. И там еще третий помощник есть. Да, я видел. Паладины. Брэд Варден, Спистик, тут отзовитесь. Да, я тут. Короче, сейчас будет задача для вас. Списти кинешь покаяние на череп. Брэдварден на кружок. Все будем бить квадрат.
Никто впереди танков не ломится, сначала выходит трэш этот, и только вливаемся точечно. Квадрат без АУЕ дамага. Давайте бафы по рейду. Ждем, пока просто законтролят этих мобов. Весь остальной трэш выйдет к нам. Мы встанем подальше от танков и будем точечно убивать квадрат. Паладин, там типа это... если... Там типа если танки влетят... Контрольте череп и кружок. Паладины. Покаяние кидайте. Предварден и спись. Кинули покаяние. А они иммунны. Заебись. Ну бейте тогда череп. Не подходите, милики. С расстояния играем в кружок. РДД в кружок. Потом череп. Ну уже понял. Кружок теперь. Короче, ничего страшного, просто надо сливать точечный мобов теперь. Это баг, наверное, да? Такого не должно быть. Ну да. Привет какой-то. Какого квадрата попробуй, да? А, вон, квадрат даже не сагрился. Играйте сейчас в квадрат. А то же дай ему. Попробуй. Не дается ему. Смотри. Оп, невосприимчивость. Оп. Он еще хилится или его кто-то хилит? Короче, весело. Фантастика. Давайте звездочку. Все запомнили, паладин, бланжертенность из пула. Когда кто-то в контроле, мы не бьем АОЕ скиллами. Еще раз, по кому длан жертвенности с пола? Просто на любого игрока, кроме там. Ну, просто на любого игрока, короче, вешай. Что у нас в КД если... было, когда контроль будет? Если леди тебя возьмет в контроль, и у тебя будет без КД этот скилл, ты его прожмешь на леди и умрешь. Чек-то пул. Теперь рейд, снимите все защиту темной магии. ДК прожимайте АМС фула. И все. Вроде бы все. Кулак повару дайте. Спистик или кто там кулак баф? Спистик бафни, кулак вару. Давайте в трэш сыграем. Короче, кричи на... Нет, на хп кричи. Спистик, ты дашь вару кулак? Есть кулак? Сбейте справа трэш. Сейчас контроль будет. Готовимся контролить. Сконтролили людей. Квадрат законтролил. Жабу кинул. Трэш, все в трэш. Так, мнение экспертов, мы переведем босса или нет? Стритим трэш. Контроль, смотрим. Контролим игроков. Никакого АОЕ дамага. Переводим босса на полный гилда. Ой, бля. Тут еще трэш не убили с правой стороны.
Я спикнулся сейчас. Смешно. На полном Макгрегора бейте трэш. Все в трэш сыграли. Протопал, лови трэш. Служи, вышли. Отошли от духов. От духов пробежали. А я думаю, что такое ДПС хороший, да? Плюс один ДД. Расконтролили игроков. Кинул на квадрат контроль. Опять духи. Отбежали от духов. Отбежали от духов. На квадрат не бейте, ё-моё. Брейдварден, прожми бабл, сатку на себя кинь. Альдеран, подними Гелда. Все в трэш сыграли. Отбежали от духов теперь. Отбежали от духов все. Дайте бафы по Гелду. Касочку, крестобаф, лапу. Сейчас будет опять контроль. Без контроля людей не бейте, а уе дамагом. У нас один танк пройдет. Идите за игру. Да подожди, блин, лучше бы захилила сейчас ДЦ, который умер. Applebox поднимает Джейвис. Все в трэш сыграли, отбежали от духов. А, подожди, ты ж... Applebox поднимает Джейвис. Филиппец, давай гимн на отхил, потом гимн на ману дашь. Отбежали от духов. Дайте лапу, перестабав без магии тьмы и каску по шаманам. Расконтролили людей. Квадрат законтролил. Контрольте луну. Отбежали от духов. Ставлю тотем. Войд по гимнам луну. Трэш не бейте, добейте леди, и отбежали от духов. Супер! Вот так надо хлопать, да. Минус 2 сразу. Теперь можно одного танка убивать. Я думал, там минус 20 сейчас будет. Трэш сложнее, чем леди, ибо. Там такие духи вылезли, короче. Шлем на танке. Подниму на лошмутка. Бабки на ДД. Щатки на хули пала. На оф. Я думал, будет файт. Ты, Даня, в стойке танишь? Один удар. Благодарю, Даня, что они послали нам вас. Целитель Небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Давайте быстренько в темпе, чтобы пронесли за час 55. Там Хан включает ауру скорости, когда просто бежим. По максимуму используем свои скиллы, прожимайтесь на трэше, там не вкачьте. Бафайте постоянно, когда кто-то умирает. Блять, бой. Привет, все нормально. Сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Эй, как дела?
Бери быстрее ранец, не одевай его. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарага! Ортрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Солфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Скоро пойдем. Пехота! Сержанты! Ой! Не строгайте их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Это же вообще-то нелогично, да? У них же как бы один враг, второй лич. И в самый ответственный момент, да, они начинают между собой что-то там решать. Это же глупо. Почему глупо? Всегда Альянс и Орда враждовали. Давайте быстрее. Блять, что ты меня выкинула? Трупец, тебе надо что-то? Там он летел, умер. Мне тут ничего не надо. Надо, но я уже шмотку. Дайте рыбу. Это заклинание еще не готово. Корхра, выдвигайтесь.
Герои, будьте начеку. Что? Только что. Присоединись ко мне, отец. Там нету в сундуке, да, в сундуке ничего, короче, походу. Иду еще. Стопас, пожалуйста, иди туда. Бейте, ты ж... На музыку послушаю. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его... Он грудак этому отдай. Я бы не позволил чертовщикам забрать. Да. Безопасности в Городаре. Я пообещал его матери. Да, ему получше будет. Что пройду через темный портал один. Умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля меча! Кинти ДПС по трэшу. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои! Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее!
323. Общий. Да. Покажи это, ДД, Сумка и Патреш. Только там, где я тоже есть. Я не умею показывать. Ну ты на 9 месте, в общем. 16, Патреш 40, Патреш 93, Филиппец 188, Патреш. Да. Да я смотрю, никто не бил его. Ну, у меня 215, Патреш. Накшас вроде бы четвертое место было, или третье, не помню. Четвертое. Дим на отхил дали. Хилы встанет. Станут 40 секунд, жесть. Дим на отхил даем. Филиппец отдал. Ба лагает. За 60 FPS. FPS. Использовать эту способность. Надо подождать. Хотите переморозить. Пойду покурю по-бурому. Что-то не хочет ролл кидать.
Забери по-братски. Да, я как бы ревок себе в чате писал. Ага. Волк. Так, что там у нас на рейндж? Две совы, три ШП. Каунт шестой, протопал седьмой. И два лока, максимус, кранчик на рейндж. Лэйзи Панк поставил тотем на силу природы в центр. Все, пошел пух. Перебегайте. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Еще не готова. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Дайте фридом. Липучка, вонючка. О, как неожиданно. Отличные новости, народ. За твоем команду. На ренже не хватает. Локи, вы бегите. Слышно сейчас? Сейчас слышно. Да. Диран, поднимай Максимус, Applebox, Кральчика. Маги, выходим на рейндж. Спину. Максимус еще поднимите.
Баббл Брейдбарден. Кто-нибудь за ролик? Поставил море слизи, хоть плыви по ней в круиз. Да он никому не нужен. Ого, да я поэт. Потрясающе. На рогу. Ты тут? Ты пропадаешь. Половину слов не слышно. Блин, ну, наверное, интернет лагает. 40 гривен. Эльдеран, ты тут? Чё мага не резнули? Дайте рыбу. Став, дайте. Только бафните. Паску пристабав лапу помогу, я уже начинаю пулять. А сейчас он зайдет. У него, наверное, клиент завис. Зашел. Стойте, не пуляйте. Че, смоньте. Поразительно, никто не спулил. Маги, вы будете интеллект бафать? Все. Все готовы. Можешь тотем на силы природы, только на профи еще Шурупец, давай в кружок. Ладно, не, давай в квадрат, шурупец.
газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Я пока не могу прочитать это заклинание. Славик. Че? Ты зачем собираешь споры, а потом птучку жмешь? Либо-либо. Ну, чтоб на всякий случай не сдохнуть. Кто его знает, блядь? Ебанет чем-нибудь, блядь, вон как на трэше перед леди. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Типа двойная защита, понял, да? Как типа лезвие для бритвы двойное, вот такая защита, понял, двойная. Вот Кралька подписалась на мой канал, и ей тапки падают. И она на двух персов тапки забрала уже. Так что делайте выводы. Спросите у Кральки гайд, как подписаться на канал. Сейчас за месяц тапки падать не буду. 60 дней. Один уже подписался на тебя. Кто? Безжалостный кто? Как я теперь без фейкаста и лемом волю выбивать? Кстати, Крайка по такой же магии делает. Получала шмот. А, чё? Тотем лизала? Иди в жопочку. Давай на всю гильдию признайся. Так, Ракшас, проклятие на зеленого, Кралька на красного. Чек на пул. Так, Ракшас ФКш это да, Максимус на зеленого. Проклятие стихий, Кралька на красного, проклятие стихий, стихий, да, стихий. Олег, Максимус, что там, ты повтори, пожалуйста. А, да, я проебал. Косноязычие, Максимус. На зеленого, проклятие косноязычия, Кралька на красного. А, понял. Кстати, Ракшас, кидай проклятие стихий на зеленого. Чем? Салат? Пей стол. Салат ДК никогда не бьет слизней. Ладно. А вот сейчас обидно было. Вдруг баф не повесится. Давай, пагри босса. Ой, блин, я не макрос юзнул, не тот. Ступай типа это, по профу. Играйте в зеленого. Килы не сбегайте из сердца зеленого. Череп сбежались. Бежали. Кружок. Переводим босса. Так, на ком зеленый дебаф в кружок становимся. Кресты, маги в кружок. На ком красный, бейте, уже красного слизня. Идите срочно на дверь открыть, это капец. Дель 4.
как всех откинет и сходимся в кружок. Все в кружок. А, бля, кружка нет. Звездочку, короче. Череп теперь. Смена красного. Смена цели красного. Бля, у вас есть мозги отбежать от зеленого, сука, а не бежать в него, блядь. Ёбана в рот, нахуя вы бежите в зеленого, когда он меняет цель? Пиздец. Applebox, подними Альдерана. А, не, давай упадем, минус 6. Пизду. Куклы, спайте. Кидают. Интересно. Чувак на меня. Кто еще умер? Брэд Варден, Ракшас, кто-то еще. Олег, ты чем чат выбежал? Почитай, посмотри. Чего? Давай, разберем цели зеленого слизня лучше. Выделение неустойчивого слизняка на тирагосе. Значит так, ГП будут получать люди, которые стоят рядом близко с зеленым слизнем при смене цели. И еще люди, которые тоже стоят близко с зеленым слизнем, и на него кидается цель. Давайте, ладно, отменю этот раз ГП. Но в следующий раз я кину 400 уже. Милики, не бегите после того, как вас откинуло. Можете наоборот даже от зеленого отбежать, чтобы в случае, если вас выбили, чтобы максимально долго он полз к вам. Пишите рыбу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Поднимите кральчика. Да что ты на Иллидане, до него не дошли бы даже. Там цепочка квестов, черный храм, не прошли бы. Хватит, дозипанк, Лидран, подходите. Хватит бафа. Давайте посмотрим, кто один пишет. Чек на пул. Прист, ох. С первой пул. Хватит. Предупредил. Кто зайдет потом. Кральчик. Дайте магам кулак.
Пей, столик. Пуляй, боссы. Пуляй. Почему на мне будут трусы? После зеленого слизня в трусы сбегаемся. Ну они хотя бы рядом с трусами стоят. Стопайте по профу. Все в зеленого сыграли. Килы отошли сзади, станьте от РДД зоны. Давайте, сбежались в цель. Сбежали от зеленого. Переводим по профа. Фукс, передай чему. Так, на ком зеленый дебаф в трусы? Фукс, передай чему. Трусы встали. Спистик, вот что ты там делал, скажи. Сбегайте в звезду. Это полпути. Трусы сбежались. Трусы, опять милики бегут. Вы что, тупые, блядь? Это жесть. Они опять побежали. Красный. Смена цели красного. Третья смена слизня была, жесть. Четвертая пошла. Там еще станок умрет, Хейти. Миленький, сколько раз повторять? Когда вас откидывает зеленый слизень, вы у него не сбегаетесь повторно. Так делают только тупые. Другого уже назвать не могу. Пейте красного. Зеленый скоро будет. РДД встали в трусы. Два хила позади трусов. Не лево, не право, а позади. Можете... Так, отбежали в трусы, пельмени пошли. В трусы встали. Хилы сзади трусов. Милики отбежали в трусы. Хилы не разбегаются. Все, бейте босса. О, слизня, бейте. Уже выйти. Напряжно хилить, да? Дайте ка мне на случай. Да не надо сейчас. Красный сейчас будет, потом перепотка. Шедумор, передашь чему, или ты сдохнешь сейчас? Или менее отбежали. Стоп по профу. Все в красного сыграли. Уведи профа от стола. Все, веди к столу. Переводим профа. Пельмени отбежали. Три чела ловят пельмени. И пять взрывается на колбах. Вы что, идиоты? Жесть. Стали в трусы, вон на ком зеленый дебаф. Бежали с зеленого. Бежали. Короче, встали в трусы сейчас. Все. Сбегайтесь опять с зеленого. Здесь пальчик упал. Давай сакру. Да. Бежали в трусы. Красный меняет, отойдите. Боб на цель красного. Есть? Красный умер. Все, отбежали. Вот давать ГП вот этим людям, интересно.
QS, пистик, лазипан, взрывается. Взрывается на колбах. С Фокс, пельмени ловит, никто там еще ловит. Это без комментариев. Немного раздражают такие сваки. Заходите в колбы, как на втором трае. Лазипан, QE, спидстик. Бля, забыл про диван. Дайте звезде диван. Таванти, таванти. Тихо, жесть. Это джелесть тебе передаст пояс. Кому? Эльдорану. Дран, стой. Что мне идти? А? Там, наверное, труп пояс был, да? Да. В РК есть кто-то? Ну не в рейде. Все, уже не надо, короче, слоты нашел. Минуточку отскочу. Олег, можно отойти на минуту 4? Давай, на 5 минут.